Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Ставите лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. А также пишите мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. По просьбе моих подписчиков я сделаю сейчас расклад на женщину. В Германии пропала экс-судья Айгуль Сайлыбаева. Айгуль в 2020 году уехала из Казахстана вместе со своим мужем. Она проживала в разных странах, но в последнее время находилась в немецком городе Бенсхауме. Последний раз Айгуль Сайлыбаева выходила на связь с родственниками 3 числа. 3, да? Супруг Александр Донцов, это ее супруг, это опять-таки повторяющаяся ситуация, как с Еленой Лагуновой. Вот я уже это вижу. Он говорит, что якобы она вышла куда-то. Вспомните, да, мои подписчики, когда я сделала на расклад, когда только исчезла Елена Лагунова, я сразу сказала, что она попала в беду, живой ее больше никто не увидит. Мне писали гневные комментарии, говоря о том, что такой человек не мог убить, он любил свою жену и был порядочным мужем и гражданином. В итоге мы знаем, да, что ее нашли. Так вот, Айгуль вышла замуж в 2019 году, и у них есть общая дочь. Она гражданка Германии, девочка. Ребенку еще нет 3 лет. Вот сейчас Айгуль 40 лет. Ее супругу, супруг ее на 12 лет моложе. Это тоже нужно учитывать. Понимаете? Значит, я хочу посмотреть, в каких она была энергиях 2 июня и в каких она была энергиях 3 июня 2024 году, да? В каких она была энергиях? Потому что то, что я нашла в интернете, прочла информацию, сейчас брат дает интервью и говорит о том, что она жаловалась родственникам, что муж на нее поднимал руку. Но она была человеком очень терпелимым. Итак, в каких она энергиях была 2 июня и в каких она энергиях была 3 июня? Дальше. Причина ее исчезновения. Причина ее исчезновения. 2 карты. Причина ее исчезновения. 2 карты. Причина ее исчезновения. Нет, не 2. Все-таки давайте здесь 4 я. А дальше уже по ходу я буду задавать вопросы. Итак, 1 карта. В каких она была энергиях? Карта котел. Кто-то однозначно уже провоцировал какую-то сложную ситуацию. И здесь лежит вина на ком-то. А вообще хочу сказать, ситуация уже разворачивалась так, что... Это все следствие кармического долга. Вы знаете то, что я вижу? Она как будто как не в себе была. Как будто она как... Вот когда на человека... можно так сказать. Как будто человек находился под влиянием другого человека. Она как одурманенная была. И одурманенная она была своим мужем. Я в этом не сомневаюсь. То есть достаточно успешный человек, экс-судья, и вдруг она выходит замуж за человека на 12 лет себе моложе и начинает разъезжать по странам в надежде то, что она достала счастливый билет. Это было одурманивание, самое натуральное. Ее обманули, ее одурманили, одурачили. Дальше. 3. Карта «Алтарь». Но она идет в перевернутом положении.
Кстати, здесь я могу сказать, что руна Манас – это символ души и жизни. А здесь руна Ингус – это память, это сила духа. И если она идет в перевернутом положении, эта карта, человеку нужна помощь. Помощь родных и близких, причем срочно. Причина исчезновения. Но она стала жертвой. Я вижу, что она стала жертвой. Что с ней сейчас случилось? Вот что с ней случилось? Она стала жертвой. А здесь я вообще вижу очень много воды. Очень много воды. И у нее как вот... У нее нет воли. Она как... Ее как будто лишили ее воли. Что с ней сейчас происходит? Давайте буду так. Жива ли? В каких она энергиях сейчас? Айгуль... Сайлыбаева. Она жива? В ее исчезновении ее муж Александр виновен. Александр Донцов виновен. Я вижу, что, во-первых, у меня нет от нее теплой энергии. Но и могу так сказать, поиски будут затягиваться. Почему? Потому что Александр, он меня вообще идет, человек, он аферист. И он хорошо знает законы в Германии. Он очень хорошо знает законы Германии. Так, еще я хочу посмотреть на него. Он достаточно очень агрессивный. Он очень о себе много что скрывает. И он игрок. Он игрок по жизни. Я не знаю, какое у него образование. Но он владеет, у него хорошая есть информация о всех тех странах, в которых он находится. И, в общем-то, он очень хорошо знает законы. И он, причем, очень хорошо осведомлен, как работает, ну, вообще, как работают правоохранительные органы в тех или иных государствах. И он понимает, что пока там что-то, там чего-то, там сейчас ни до кого нет дела. Вот это вот так вот могу сказать. И он это прекрасно понимает, что, ну, так они... Придут с обыском, там что-то поищут, сделают вид, что они что-то поискали. Если сейчас это опять-таки вокруг кто-то заинтересуется, опять-таки, из СМИ этой истории и начнут раздувать вот эту историю, тогда еще что-то поднимется, какая-то шумиха. А так нет. Этот товарищ очень мутный, он аферист. Он изначально одурачил судью, понимаете, просто ее ввел в заблуждение своей внешностью, своими ухаживаниями, своим... То есть он ее обманул, по факту он ей сказал, я тебе сейчас подарю весь мир, и мы будем с тобой жить припеваючи. По факту нет. По факту он какими-то делами, что-то у него какое-то вообще нехорошее за ним, шлейф каких-то дел ведут. Причем он чувствует себя опять-таки вольготно и спокойно, потому что за этим человеком кто-то стоит. Вот за этим человеком кто-то стоит. А у меня вообще складывается впечатление, что он для него Айгуль – это как борода, понимаете?
Так что как-то вот так. Есть такое выражение, да? А что еще я могу сказать? Ничего хорошего я не могу сказать, потому что, к сожалению, я вижу плохую картину. Если сейчас поднимет шумиху, возможно, как сказать, до чего-то докопаются. Но у этих людей уже сегодня какое число, да? У этих людей уже 14-е. У этих людей слишком много было времени, чтобы замести все следы. Я вижу это так. К сожалению, в наше время надо быть очень осторожным человеком. Неважно, гражданка ты Казахстана, либо ты гражданка Америки, либо ты гражданка России. Сейчас очень часто стали абьюзерские отношения именно в семье, когда мужчины реально издеваются, и у них идет реальная агрессия на женщин. То есть раньше такого не было. Очень много агрессии выходит именно на женщину. И однозначно здесь идет манипуляция детьми. Но если ребенок гражданка Германии, то Айгуль не могла уехать из Германии без ребенка, понимая то, что если она покинет Германию, значит, она нарушит закон. А так как она судья, она понимала, что она должна жить по закону этого государства, в котором находится. К сожалению, вот такая история. Грустная, печальная, к сожалению. Если к данному раскладу есть комментарии, напишите, пожалуйста. Берегите себя, берегите своих детей. Всего вам доброго.